Ребенку очень нравится суп, но ребенок не любит суп с галушками. Поэтому мы берем немного супа с галушками, кидаем в блендер, ну, ребенок просто не любит есть галушки, поэтому мы берем картошечку, берем морковочку и выбираем картошечку и морковочку, после чего блендером проведем маленькую хитрость и измельчим до неузнаваемости наши галушки. И все получится совершенно другой суп-пюре. Думаю, этого будет достаточно. И, собственно говоря, блендер. Делаем кашу. Все это содержимое выльем в тарелочку. И у нас получился прекрасный суп-пюре, который стоит разогреть и можно подавать. Привет, я люблю обычный французский суп. Парле франце. А суп с галушками ты не любишь? Обычный. А почему? Галушки не нравятся? Нет. Мы же с тобой вместе делали суп с галушками. Нет, вот это больше нравится. Вот этот суп тебе нравится больше. Называется суп-пюре парле франце. Да? Да. Суп-пюре. Ну попробуй, как ты его кушаешь, покажи. С удовольствием, это уже вторая порция, да? Угу. Вкуснотища? Вкуснотеево. Попробуй, оно холодное. Холодное? Мало разогрел? Нет, не надо. Не надо? Оно не холодное, оно теплое. Это тарелка теплая, а оно холодное. Холодное? Угу. Будешь так кушать или разогреть? Ну, кушать. Потому что нравится суп французский. И хруст французского супа, да? Угу. Делайте только такой суп своим детям. Угу. Любимый. Угу. И не делайте им нелюбимые супы, да? Угу. Какие? С чечевицей? Чечевицей не. А с галушками? Не? С галушками не. Кушай, кушай. Вкуснотеево. Угу. Вкусно до последней ложечки. Вот это вкуснотеево, да? Угу. А с галушками бы ты так не ела, да? А хочешь, я тебе тайну открою? Какую? Это и есть суп с галушками.